Невельская общеобразовательная школа номер 2 отметила свое 45-летие. Это зрелый возраст как для человека, так и для учреждения. Поздравить именинницу со столь значимым событием собрались многочисленные гости, среди которых были представители администрации Невельского района, учителя, педагоги-ветераны. Благодаря содействию администрации Невельского городского округа и отделу образования, в свои 45 мы выглядим очень даже современно. Со временем обновим территорию и будем вообще выглядеть на 25. Мы с оптимизмом смотрим в завтрашний день. Мы знаем, что наши замыслы осуществятся, надежды не угаснут, мечты сбудутся. И когда через 5 лет мы соберемся на золотой юбилей, мы скажем себе, что все, что мы задумали, чего хотели, мы воплотили в реальность. Еще раз с праздником, прекрасного всем настроения! С теплыми словами поздравления к собравшимся обратился вице-мэр Невельского района Олег Манухин. Он отметил, что 45 лет – это исторический миг, а для школы-именинницы – долгий путь становления, развития и достойное признание профессионального мастерства педагогов. От имени мэра Невельского городского округа Алексея Шабельника вручил приветственный адрес директору школы Виктории Сусенко, а также благодарственные письма сотрудникам школы, которые работают с начала открытия школы. Хотелось пожелать всем вам, молодым педагогам, успехов, талантливых учеников, школе процветания. Своих коллег поздравила начальник отдела образования администрации Невельского района Юлия Петрова. Она, в свою очередь, пожелала педагогам творческих успехов, профессионального роста и никогда не останавливаться на достигнутом. Вручила благодарственные письма и почетные грамоты отдела образования отличившимся сотрудникам школы. В этот день звучало много теплых поздравлений и пожеланий. 45 лет – это лишь еще одна ступень на бесконечном пути знаний, которыми здесь всегда готовы поделиться. Валерия Телешкан, Евгений Романенко, Невельские новости.